Ты не слишком торопился? Почему ты пришел только сейчас? Я не уверен. Что я должен знать? Сейчас мы в Альшидиме. Согласно надписям, здесь хранилась защита тела. Звучит как доспехи. Доспехи, одеяние, покров, что-то наподобие этого. Чтобы что? Поговорим об этом потом. Где артефакт? В храме? Конечно. Так... За тысячу лет... Что насчет орков? Что насчет орков? Они хотят заполучить священные артефакты из храма, а мы не можем допустить этого. Значит, атакуем их? Добровольно они не уйдут. Где ты нашел ключ? Совсем близко. Что произойдет, если я открою храм? Когда тысячи лет назад на страну обрушилось страшное наводнение, многие спрятались в храме. Окруженный водой, храм выстоял. Я подозреваю, что с помощью магии скелеты были разбужены. Так что лучше возьми топор потяжелее. Или спроси у Миксира об артефакте Стражи Мертвых. Он что-то рассказывал о нем. Может, он сумеет тебе помочь? Ты дашь мне ключ? Пусть он лучше будет у меня. Как? Ну, ты... Расскажи. Осторожно. Хорошо, я буду осторожен. Я часами приводил в порядок весь этот хаос. Ты не поверишь, и как тяжело, и утомительно все это сортировать. Древние знания, не владея... А что насчет артефакта Стражи Мертвецов? Стражи Мертвецов? Стражи Мертвецов... А, вот. И Страж Ярогал зашел. Давай ближе к делу. А, вот. И упокоил тех, что не находили... И... А... Ты... Да. Да.
Нет. Эй, Лестер! Орки схватили меня на перевале и поволокли по пустыне. Сначала они заставляли меня копать землю. И это позволило мне получить, так сказать, особый статус. О, таблички просто потрясающие. Я даже ощущаю эту магию. Тамхаш узнал о ключах. И теперь он хочет, чтобы я открыл ему храм. Что-то с тобой не так. Погоди-ка. Что это за запах? Ах, это... Да, у меня есть немножко, я раздобыл ее в Лаго. У тебя есть? Нам понадобится помощь кочевников. Плохие новости, но Мора отвоевывает все больше и больше наших городов. Если это не прекратится, нам придется убить всех, кто не внушает нам доверия. Что ты хочешь сказать? На этот вопрос ты можешь ответить сам.
Прекрати использовать магию! Убить! Я нашел все ключи. Что теперь? Мы будем сторожить снаружи и не привлекай к себе внимания больше, чем следует. Ступай внутрь, забери мантию и постарайся выйти оттуда целым. Выглядит так, как будто мне понадобится 5 ключей, чтобы открыть дверь. Смотри-ка, сработало!
Я нашел артефакт. У тебя снова получилось, не так ли? А теперь спрячь артефакт в безопасное место. Что вы собираетесь делать? Как что? Кто-то должен позаботиться о том, чтобы здесь было убрано. И, наверное, этим кем-то буду я. Ты принес нам победу! Орки роются в тайну... Удачи. Береги себя. Теперь здесь все наше. Меня... Мы поговорим позднее.